В рамках рубрики «Хочу сказать» наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать у саровчан, какие книги им нравится читать больше всего. Пойдемте. Да, люблю читать. Расскажите о любимой книге. Технические. А что это за книга? Технические? Справочники. Интересуюсь. По работе. Ну да, классику люблю. Достоевского, Пушкина. Расскажите, любимая книга какая? Да, не знаю, так-то любимой нет, но читаю часто. А что вы сейчас читаете? Сейчас «Горят ума», перечитываю. Ну, книга моя любимая – это «Сынка полка». Я ее очень люблю, читаю. Вот. Расскажи, о чем она? Она о войне. Манзу, например, Пикуля. «Слово и дело», там, я не знаю, там, Соловьева, «Капитальный ремонт». Ну, много книг хороших, очень старых. Ну, я из классики, например, очень мне нравится «Хождение по мукам». Это вообще классическое. Ну, «Хождение по мукам», да, это и оно сейчас лучшее. Очень актуальненько так это с нашим временем перекликается. А вот, помимо этого, ну, вы знаете... Выбор огромный. Ну, очень люблю Пушкина, очень люблю стихи. Все хочется «Войну и мир» перечитать. Уже пора. Да, пора. Возраст наступил, и ее надо переосмыслить. Не хватает времени. Сейчас, тем более, не читая внуки, четверо внуков, и, в общем, занимаюсь работой и на даче внуки. Книга любимая есть. «Тихий дон», «Война и мир». Что еще? Анна Каренина. Мне очень нравится Пауло Коэльо «Алхимик». Последний «Научи меня умирать», Монро. Ой, я перечитывала в свое время всего Дюма. Почему-то нравился. Сейчас, наверное, не стало бы. Чему-то классику перечитывать в последнее время не хочется. Начала перечитывать «Войну и мир», и она хорошо под нее засыпать. Когда мне плохо, я читаю Чехова. Вот Чехов всегда поднимает настроение. Антон Павлович. А когда вам хорошо? А когда хорошо, тоже Чехов. У него тоже рассказы такие. Друзья, читать в наше время модно. Развивайтесь, перечитывайте любимые произведения и советуйте их друзьям. С вами была рубрика «Хочу сказать».